Приветствую вас, дорогие мои друзья. Сегодня у нас свеча на любовь конкретного мужчины. Мы для этого подготовим белый воск и лепестки роз. И нам понадобится красный краситель. Молда форма мужчины, мужского торса. Заговор при растопке воска будет на любовь, на то, чтобы мужская энергия к женской притягивалась, когда женщина будет жечь эту свечу. Также все необходимые инструкции, где какое имя написать, как использовать и как самой все сделать, как с этой свечой работать, вы уже получите лично, когда обратитесь за заказом. И, конечно же, для любви мы берем розы для того, чтобы притянулся мужчина в ваши поля энергетические. Если вы еще не подписаны, ставьте лайк и подписывайтесь, пока мы занимаемся свечами. Для чего же нам нужны такие свечи, да? Бывает такое, что мужчина никак не понимает, не обращает внимания на женщину. А женщина как-то, да, пытается или вернуть, да, какие-то отношения, или чтобы мужчина понял и обратил внимание сам на нее. Или чтобы вспомнил, или чтобы позвонил, или свеча нужна для того, чтобы он проявился и не молчал. Именно для этого используются такие свечи. Для внимания, для, скажем так, мужчина вспоминает любовь, вспоминает, как было хорошо, и именно поэтому возвращается, именно поэтому идет возврат. Отжигается холодная война, это тогда, когда мужчина не общается, во всех соцсетях, во всех мессенджерах блокирует. Именно так эта свеча помогает проявиться. Мужчине помогает вспомнить, помогает оценить. Также свеча помогает, если мужчина обесценивает отношения, как-то любовь, чтобы заново в отношениях воспылала. Именно для этого нужна эта свеча. Именно поэтому мы ее делаем. Будем заговаривать, да, на это все. Будет заговор на то, чтобы мужчина пришел, мужчина вспомнил, мужчина не молчал, мужчина проявлялся. Так, ну что, у нас почти все готово. Сейчас пойдем в растопку. Пока у нас топится воск, мы, конечно же, подготовим фитиль обязательно перед тем, как заливать. И я уже напомню вам, здесь уже для страсти, здесь уже можно добавить красный краситель. Конечно, чем натуральнее воск, тем он желтее. И я, конечно же, предпочитаю натуральные свечи. Желтые, зеленые. Зеленый цвет бескорыстной любви. Но иногда в свечах гармонизации и в свечах страстного притяжения для проявления мужчины все-таки нужен красный цвет, поэтому использую белый воск. Поэтому и краситель. Так, ну что, все, ждем, когда растопится все, и будем заливать. Так, ну что, у нас готов воск. Добавим красителя чуть-чуть. Даже, может, не чуть-чуть. И у нас будет сейчас красный цвет. На страсть мы идем. Ведем на страсть. Заливаем.
у нас осталось розовые лепестки. Осталось только их сюда положить. Все необходимые заговоры были сделаны. Заговоры я на камеру не говорю, как вы знаете. Это уже моя работа. Немножечко замешаем туда, чтобы они провалились. Так как у нас все рассчитано примерно по горению, так, центрируем и, естественно, ждем, что из этого у нас получится. Ну что, посмотрим, что у нас получилось со свечой, которая будет нам притягивать мужчину нашей мечты. Или, по крайней мере, чтобы мужчина вышел из бункера своего, из танка, и обратил внимание на женщину. Ага, вот у нас получился вот такой мужчина, торсик такой у нас, обезличенный, чтобы все-таки вспоминал, проявлялся, шел навстречу, позвонил, написал, отдельные инструкции, где и что, как взаимодействовать со свечой, уже лично, после заказа. Ну что, кто не подписан, подписывайтесь, ставим лайк, в комментарии пишем, как понравилась свеча. И, конечно же, желаю вам удачного дня, хорошего настроения.